Друзья, привет! Эта страшная стена не просто так попала в первый кадр. Сегодня мы говорим о Палестине. О том, почему здесь останавливается так много туристов, которые приехали в Израиль, о том, страшно ли здесь, о местных достопримечательностях и о сервисе двух местных отелей. В Иерусалиме гостиницы стоят дорого, а совсем рядом находится Вифлеем, где цены минимум в 3 раза ниже, но это уже Палестина. И многие туристы останавливаются именно здесь. Во время экскурсионного тура в отеле все равно только ночуешь. За эту стену нельзя израильтянам. Есть только минимальное исключение. А вот туристы могут въезжать сюда беспрепятственно. В этом году наш тур стоил дешевле, и гостиница нам досталась попроще. Называется она Херодион. Находится в 15 минутах пешей ходьбы от центральной площади Вифлеема. Держат ее, как мы поняли, верующие арабы. А стоит отметить, что христианам тут непросто. Обычно их дома помечены разбитыми окнами. Номера гостиницы Херодион очень скромные, но совсем необходимым. Есть даже какая-то посуда. Телевизора нет, шампуни лучше захватить с собой, у нас стояла пустая бутылка, и никто ее не заменил. В номерах не убирают, но и не воруют. В прошлом году последнюю ночь мы провели в гостинице «Золотой Иерусалим» в Иерусалиме. Ее вроде как держат арабы. И там почистили кошельки многих участников нашей группы. Тут же все было хорошо. Номера закрывают на обычный ключик. Сама гостиница совсем небольшая. Окна закрываются с помощью ролет, а решетки на балконе примерно до уровня глаз. Это Палестина, друзья! Меня очень сильно удивила табличка с оценкой 9,1 по версии Booking.com. Моя оценка была бы ниже. Из еды мы тут ничего не покупали, вокруг только сувенирные лавки. Фрукты, финики мы брали в Нетании или в Иерихоне. Питание тут также скромное. На ужин нам готовили какой-то салатик, 1-2 гарнира и 1-2 блюда из мяса или рыбы. И вкусный лаваш. На завтраке нарезка, яйца, что-то из сладкого, мы еще и что-то умудрялись брать с собой в дорогу, а хозяйка нам еще и предлагала кулечки для этого. Остатки еды, с их слов, они отдавали нуждающимся. В прошлом году у нас был отель Manger Square. Он находится прямо в центре Вифлеема, он большой, и тогда у меня получилось всего пару кадров заснять. Этот кадр внутри отеля Manger Square. Кажется, это 7-й этаж. Тут кормили просто шикарно и вполне сравнимо с достойной 4-кой Турции. Поэтому, если разница небольшая, я, конечно, советую остановиться именно здесь. В целом, в Вифлееме мрачно. В прошлом году мы слышали 2 взрыва примерно в 3 часа ночи. Из достопримечательностей – церковь Рождества. Но посетить пещеру в ней, где по преданию родился Иисус, нам так и не удалось. В прошлом году нас выгнали со всеми, когда мы только спустились в эту пещеру, а в этом очередь была настолько огромной, что мы поняли, что до закрытия очередь пройти не успеет. А арабы не церемонятся. Им без разницы, сколько вы в очереди простояли. В общем, наше желание побывать у церкви Рождества закончилось тем, что теперь мы вынуждены идти уже темнеющими улицами. Видите, тут довольно страшно, пустынно, все закрыто. Честно, я бы сама никогда не рекомендовала гулять по улицам Палестины вам. В одиночестве, как минимум, в одиночестве. Особенно женщинам. Одна женщина шла сама и едут напротив машины, одна сигналит, следующая едет сигналит, сигналит. Что они от нее хотят? Ну, можем только догадываться. И вообще вот это все, вся территория, по которой мы идем, на самом деле это Иудея. В названии Палестина нет ничего общего с филистимлянами, как может казаться. Это Иудея. Но если кто-то смотрит нас и переживает за нас в этот момент, то вон уже наш отель, мы уже почти пришли. Не забудьте подписаться на наш канал для того, чтобы не пропускать наши видео. И ставьте лайк, если вы хоть чуточку за нас переживали. Если не переживали, но вам понравилось это видео, все равно поставьте лайк. Пока-пока.